Молодоженам предлагают остановить прекрасные мгновения прямо во время свадьбы. Рецепт бизнес-идеи прост. Нужна красивая коробка, пожелания родных и близких, яркие фотографии и разные приятные мелочи, вроде цветка из букета невесты. Коробка с содержимым запечатывается и отдается в специальное хранилище. И только через несколько лет она сама без напоминаний возвращается к владельцам. Заинтригованы? Анастасия Головина раскроет тайну хранителей времени. Эта история доказывает, что самый обычный человек, я вообще была учителем, может стать настоящим волшебником. Идея проекта была в этом, чтобы семьи не распадались. Как сохранить семью без посещения психологов? Яна уверена, всего лишь подумать об этом на свадьбе и создать небольшой подарок для себя любимых из будущего. Мы пришли к созданию коробки, в которую можно будет вложить не только письма в будущее, но помимо памятные какие-то фотографии, вещи, которые связывают влюбленных. Ну, все, что вернет их в этот прекрасный день, их свадьбу. Тем более стоимость впечатления в подарок 3500 рублей, в который входит сама коробка, набор стикеров для пожеланий, наклейки для украшения, пара конвертов для писем в будущее и, самое главное, хранение. В сервис коробки входит до 5 лет хранения. Но молодожены могут сами обозначить, когда им в этот промежуток времени им хотелось бы получить эту коробку. Кстати, оставшееся время в хранилище можно отследить на сайте. А если что-то идет не так, вернуть коробку экстренно. Предположим, его жена идет с работы, и подходит курьер и вручает ей эту коробку. Она открывает ее, возвращается к тем воспоминаниям. Ну и, возможно, конечно, она в этот момент забудет о разводе и о всем остальном, а подумает, какая у нас замечательная семья, и, наверное, зря я вообще все это затеяла. Кладите туда все, что вздумается. Из коробки ничто не пропадет. Она запечатывается специальной бумагой, а то, что в ней лежит, интрига даже для создателей. Каждая уникальна и нумеруется отдельно. Присваивается персональный номер коробки, мы это фиксируем у себя в базе. Сертификат остается у самих молодожен. И по этому сертификату они могут либо